День защиты детей – один из самых ярких праздников лета. Из-за ситуации с COVID-19 проведение массовых мероприятий невозможно, поэтому видным для создания праздничного настроения прошла акция «Праздник детства». В этот день проводится много различных мероприятий, конкурсов, спортивных состязаний, мастер-классов тематических. Конечно, сегодня в связи с эпидемиологической обстановкой и режимом самоизоляции мероприятия это состоятся, но они пройдут в несколько ином режиме, в режиме онлайн. 1000 воздушных шаров и открытых раскрасок депутаты Совета депутатов, члены партии «Единая Россия» и молодогвардейцы дарили юным жителям города. В комплекте с ними активисты раздавали защитные маски, напоминая о соблюдении санитарных норм. Все они также были в средствах индивидуальной защиты. Для нас это очень приятно, потому что мы можем подарить детям радость, улыбку, хоть и в нашей такой ситуации, но мы все равно можем устроить для них праздник. Как и все дети, они очень рады шарикам, ну и открыточкам. Поздравить детей и их родителей вышел и любимый горожанами клоун Алекс. С ним спешили сфотографироваться на память как дети, так и взрослые. Дорогие ребята, всех вас мы поздравляем с праздником. Все будет классно. Будет светить солнышко. И мы с вами обязательно встретимся на наших площадках. Даже несмотря на то, что у нас самоизоляция, так называемая, и карантин и все прочее, смогли и хоть какой-то небольшой праздник сделать нашим детям. Алена Кокоева, заведующая детским садом «Жар-птица», устроила праздник для своих подопечных. Она раздала шарики и открытки-раскраски у себя в дежурной группе, чем очень обрадовала детей. В связи с обстановкой в стране мы не смогли организовать большой веселый праздник для них. И поэтому было решено поздравить их яркими воздушными шарами и поздравительными открытками, чтобы хоть как-то скрасить их праздничное вот это настроение. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.